Здравствуйте. Сегодня 22 октября. На улице мы сейчас глянем, какая температура. Вот видим наглядно, температура где-то около 4 градусов тепла. А то даже и того нету, где-то 3 градуса тепла. Ночи бывают прохладные, и возможно даже может этой ночью быть и заморозок. А виноград, как мы сейчас увидим, лист еще зеленый. Даже не торопится он скидывать свои листья. А время надо ее хотя бы и положить, и обрезку сделать. Ну вот сейчас я буду этот процесс ускорять ему. Что здесь необходимо сделать? Вот эти все зеленые листья, которые мы видим, их придется просто-напросто обрывать, потому что надо укладывать. Все это зелень необходимо просто оборвать. Это пасынковый побег. В случае чего будет вымерзание почки этой, то из пасынка, хоть какой будет мороз, хоть что там и вымерзнет на основном лозе, то пасынковый побег будет всегда расти. Конечно, меньше даст он плода, но все же таки будет что-то. Вот мы видим, вот эту зелень всю надо обламывать. Обламывать. Потом, которые зеленые побеги, мы их будем не созревшие срезать. Они не нужны. Вот, как мы видим, зеленый. Ну вот, тут маленечко он еще держится, но я его тоже срежу где-то в этом месте. Срез делаю обычно от почки. Вот, как мы видим, почка. И лучше косынку делать от почки. Раз, и все срезали. Вот это все выкидывается. Ну, чтобы вот так раз и выкинуть. Вот так будем все это обрезать. Потом конкретно покажу, как это делается обрезка досконально. Эти все ненужные удаляем. Делаю вот с этого 4 рукава. Больше их не будет. Это на одну плоскостную шпалеру. Оно у меня все ложится. Вот это новое приспособление сделал под укрытие винограда. Оно минует основные стойки шпалеры, как мы видим. Не надо будет вырезать ничего. Оно минует их. Просто здесь укрытие ляжет спокойненько. Здесь, чтобы оно не проседало, мы сделали вот такие вот треугольнички. Оно вот здесь упирается в землю. И на нее будет ложиться покрывало. Покрывало я это делаю типа шатра. А он состоит у меня из пароизоляции. Вот такое краткое обзор сделал здесь по своему винограднику. Обрезку буду начинать здесь, наверное, сегодня. Потому что погода, вот как мы видим, солнышко сегодня хорошая погода, солнышко выглядывает все, но температура опускается. И этой ночью обещает где-то до минус 3. Оно для винограда не страшно. Раньше винограда я не укрываю, когда температура на улице будет не ниже 5 градусов мороза. Но положить ее необходимо, пока еще не замерзла лоза, она хорошо будет сгибаться, ее надо будет пришпилить к месту земли, где она будет лежать. И в таком состоянии пусть она ожидает, когда ее накроют. Но виноградник, как мы видим, листья не сбросил. Это вон там, подальше я лист уже сам поскидывал. Ну вот и все на этом. Думаю, что это видео кому-нибудь было полезным. Подписываемся на канал, кто желает получать известия о добавленных новых видео. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.